Мы продолжаем наше путешествие по Шри-Ланке. И сегодня мы увидим несколько интересных мест. Мы побываем в садах специй и узнаем, как их выращивают. А также отправимся в шахты, где добывают полудрагоценные камни. Карисса. Карисса работает кара. Кусит? Нет проблем, вкусно. Да, карава. Лифт работает масло. Потом посмотри. Очень пахнет. Да, очень пахнет, да? Угу. Вот и пойдем посмотрим шахта луна камни. Вот так пускай-то туннель работает. Это лунаками шахта, эта шахта работает 90% лунаками. 10% хашаси глаз, аматист, тигровый глаз, голубой топаз. Это полудрагоценный камень. Полудрагоценные камни добывают в этой шахте. В Шри-Ланке есть драгоценный камень. Синий сафир, ялти сафир, розовый сафир, белый сафир, звездный сафир, звездный рубин, драгоценный камень. Бриллиант тоже драгоценный камень. У нас нету бриллиант. Нету бриллиант, нету замруд, нету опал. Опал, Австралия, замруд, Колумбия, бриллиант, Африка. Эта шахта работает лунаками. Голубой, белый, хашаши лунаками. Голубой лунаками очень красиво, очень редкий. Эта шахта 20 голубой кая. Там есть туннель, работает 30 метров туннель. 30 метров, там 20 метров, потом 5 метров. Там огромная глубина. Да. Вот это говорит. Пале! Поде икере кале дана веккинек мали харида. Туда посмотри. Моноголуди работа, я. Туннель очень ярко. Это утром к Алексан пишу, вот это потом промывать. Hello! Пале! Куда кота гарна? А? Hello! Как дела? Говорит, как дела? How are you? Посмотри, дочка. Дочка, хочешь промывать? Если хочешь промывать, нет проблем, а? Хочешь помывать? Какие-то камни. Хочешь сама пополоскать? Нет, туда нет, вот там. Вот так, рука. Да, возьми. Посмотри камни. Вот это белый лунаками. Старый лунаками. Это молодой лунаками. Какой красивый. Старый. Это голубой молодой лунаками. Молодой лунаками блестит, как шри-ланкан девочки. Украин девочки блестит не старый, как бриллиант. Так растет папайя. Я не люблю ее по вкусу, она такая противненькая. На любителя. В Украине его привозят отсюда. У нас есть 23 банана. Это рис. 22 кусит, один банан не кусит. Это Шри-Ланка. Рис. Ризовые дерева, ризовые дерева. Это корица. Да. Дочка, один фотографию, окей? Да. Пойдем. Аси фотка, ты попроси. Очень красивая дочка. Такие пульпульсы. Солнце. Солнце? Много? Спасибо большое, а? Спасибо. Да, потом... Хочешь купить, кажется, нет проблем, а? 300, да? Да, 300. Вот это масло.
так изготавливают корицу. Вот так растут ананасы. Это красный ананас. Это аметист, большой камень. Примерно 100 килограмм вот это, очень большой. А это изумруд. Так добывают изумруды. Это белый топаз. Смотри, белый топаз. Белый топаз. Потом огранка, полуралка. Ну, это не огранка, это обосвана. Потом огранка, полуралка, белый, широкий, подвески, также будет туда. Нет деньги, нет проблем, хотел деньги наличные, карточка. Это сапфиры. Да. Мадам, вот это нет, готово. А? Понима? Это окей. Okay. Мы уехали далеко в джунгли, где уже нет туристов и нет цивилизации. Здесь только местные жители, их домики и их быт. Рисовые плантации. Закрылся. Дотронься, Ась. Вот с этой стороны зайди. Вот с этой. Обойди меня. Обойди меня. Дотронься пальчиком до листика. Дотронься. Сверху. Вот так, сверху. Ты? Нет, это что? Такие. Они всего. Вот, смотри. Хоп. Ой. Хоп, и он закрылся. Не толком. А вот. Хоп. Смотри, закрылся. Но они все сейчас закроются. Через 5-6 минут еще обратно. А. Это насование не дикомба, только по сингельски. Динамит, это там самоострый. Острый перец, который... Да, самоострый. Это не острый, это как паприка. Угу. Как она для куркумой ноги. Посмотрим, это что куркума, будет дальше. Куркума, ананасок, лимонсок, алоэра. Потом я покажу. Вот, мы здесь эксперименты проводим. Через 10 минут посмотрим результат. Это куркума. Что будет через 10 минут, я не знаю. Кума, что ты тут это делаешь? Да. Ну, я знаю да. Это, да. Потому что ананас из бромелин, бромелин. Угу. Бромелин могу щекать царь вода. Но красный ананас, парочек, дикий мед. И смешивать можно готовить лекарства. Для похудения. Месяц можно гарантия об 2-2,5 без контроля. Если люди могут испортить, это могу гарантия об 3 кило, так и можно гарантия. Никто только думает, дает контроль помогает похудению, дает контроль не поможет похудению, потому что у нас с тело выяснит метаболизм. Как метаболизм. Никак угу. Мало кушает, метаболизм плохо работает, но будет толстый. Он потом больше вырастает, да? Самобатер большой такие, такой, ага. Маленькие. Но это помогает метаболизм работать хорошо. Бамбуки. Бамбук. Ай, у меня голова застряла. Дурундуки. Там у тебя останется в этом бамбуке. Мухоловка. Она меня может захватить? Нет, это для мух. Это мухоловка. Это мухоловка, она ловит мух. Муха садится на это растение, она захлопывается. А комарилки есть? То она захлопнется, да? Ну дотронься до нее, ничего нет. У нас есть рыба, смотри. Гурами, карп. Такие. Важно много рыбы. Кинь туда. Кидай. Оп. Это okay. Такой кустик. Да. Мы думали, что это лимон или лайм. Это кока. Кока. Лекарство. Кокаин. Кокаин, да. Под язык один листик и тебе вау. Сейчас я покажу вам какао. Шоколадное.
так називали її хамелеон. Хамелеон? Хамелеон. Знакомое лекарство, Света его узнала. Ничего не думайте. Very good. Ася, отойди, пожалуйста. Сейчас нанюхаешься. Вообще не пахнет. Надо было всю ногу намазать. Это все волосы. Я использовала немножко, только покажите вам. Были волосы и нет волос. Вы видели храмы монахи, буддийские монахи, они лисина. Они мажут себе голову этим, да? Да, они не бритва, они используют этот крем раз, они были волосы, не были лечения. Потом волосы корни умирают. Когда умирают, волосы корни, когда умирают, волосы не растут. Они используют нам. Инкубатор здесь выращивают яйца больших черепах. Нет, маленькие. Черепах. Маленькие, да? Черепаха ночью оказывает яйца океан берегу. Берегу собака, ворона, все идут. Утром ребята покупают сюда, инкубатор. Филанка 5 видов. 5 раз мы берем 7 видов. Это самая большая черепаха, есть зеленая черепаха 1.5 метра длиной. 1.5 метра? Маленькая черепаха длиной. И маленькие. Как? Полметра и 155 умирает. Пойдем посмотрим умирать. Нет, это... Ой, оно мягкое. Черепашьи яйца, но он сказал, что они мертвые. Почему? Смотри! Маленький-маленький черепашок. Вот я бы такую хотела, несколько. Смотри, какой маленький. Смотри. Куда? Смотри. Она сейчас нервничает. Аккуратно. Аккуратно. Баланой, да? Маленький. Баланой, да? Баланой, да? Очень классно. Такой гладкий глаз. Да? Хорошо. Правильно. Давай вам правильно. Пена вода? Черная. А это лапали это. Нагали это. Океан. Голова такая здоровая. Знаешь, что она больно кусается? Не сильно. Вода? Сейчас. Можно я тоже? Можно? Сейчас. Положи куда-то. Нужно кисть? Не кусай. Имя Майкл Джексон. Майкл Джексон? Как Белли. Как Белли? Его зовут Майкл Джексон. Нельзя трогать. Дети возвращаются со школы.